с вами я, Катя, и сегодня с вами поиграем в игру Escape the Pet Story. Эх, какие уже карты только не делать, спастись от собачки. Ладно, мне нужно обязательно это снять. Да, какие уже только карты реально не делают. Ну вот, какой-то тут чувачок разводит какую-то шумную собачку. Там что-то подыхает. Ну, что-то подыхает. Ладно. Только, в смысле? Только пока я не вижу никакого Escape the Dog. Или Pet. Ну, шутки. Даже если Dog и Pet, то... Да я не пойму одного, мне надо по косточкам или не по косточкам? По-моему, мне нужно идти по этой каше. А, да, мне нельзя затрагивать эти косточки. Как же жуть. Этим же пытаются собачки. Ладно, пока что Escape получается не самый лучший. Я обязательно это пройду. Лучи. Сохранилось. Вау. Прикольно. Тут уже по косточкам можно ходить, слава богу, чтоб не было дед, уже какой-то тролль. Не по воде не ходить, не так. Ну, по-моему, это что-то не совсем хорошее. И это, судя по всему, я не хочу ни то, ни то, ни это, ни то. А! Ай, меня это убило. Что ж такое? Ча, обещали, хотя бы обещали. Сюда, сюда. Или не сюда? Он вот что-то есть. О, я даже молоток. А что я ему могу делать? Ну, круто, что это произошло. А вот дверь открыть. Я дверь открыть не могу. О, во делишки. Дверь откройте. Откройте дверь. Да что такое? В эту можно, а почему тут нельзя? Я хочу, чтобы мне дверь открыли. Но мы сравним, что эта девка будет делать. Потому что мне дверь не открывают. Да как так? Ну как там дверь открыть-то? Ладно. Короче, оказывается, тут нужно просто подобрать код. О, вау. Ничего себе. Оказывается, не все так тяжело, как я думала. Ладно. Мне кажется, что-то будет плохое, нехорошее, потому что это лабиринт. Ай, блин. По-моему, как я знаю, нужно поддерживаться всегда правой стороны. О! А в принципе это правило сработало. А что у нас сегодня? Ну, по-моему, я пришла куда нужно. С лабиринтами у меня тут проблем не было. Надеюсь, я там спаунпоинт поставила вообще. Лабиринт было сейчас нелегко. Давайте на эту еще спускаться не будем, она мне не нравится. Ну, судя по всему, она явно на стене становится не надо. Она ядовила с этим зеленой жидкостью. Кто-то там умирает, а я прошла, ура! Дверь ставим. Так пройти нельзя. А, это плохие шары? Ой, плохо. Плохо дело. А на воду это под мою тоже не спать надо. Ну, по-моему, могу. Вам могу. Ладно, я уже на пятом левеле, да, это такое шарики убивают. Так, теперь идем в ту и в ту дверь. Пойдемте в ту, в ту. Ай, так как? Чё оно? Ладно, ну, я все-таки говорю, что та дверь нам не нужна, потому что это агрессивно. Не убила, я сказала вам, что дверь не надо.
Ну же. Ага. Так, что тут? Он что тут есть? Что мы тут был Лазарус? Где эта собака? Вот на это я наступать не буду, даже если она меня троллит и сюда наступать можно. Ой, тролль. Не протроллили, не втроллили в неправильную сторону. Как я развалилась прям. А реально как-то разваливания крутые. Но где тут собака? Я вообще, я избегаю непонятно откуда. Вау. А тут прикольно, мы полезли. Ну, прикольно, кстати, карта сделана круто. Я думаю, несколько серий про нее будет. Но смысл не делать одну. Вообще не вижу смысла. А, вот по этим. Они не током, да, будут бить. Но это, в принципе, ожидаемо. И в таком мире может. И можно и свалиться. Я вообще не знаю, что я. Я вообще не знаю, что я лезу по проводам. Я бы лучше по зданиям уже полезла, потому что по проводам вообще как-то. Мне кажется, вообще не безопасно. Ну, девочка, лезь. Давайте мы ее пропустим, я не хочу просто убиться. Эти. Я и так не убил слов. Вот так все вспомнился. Туда можно, туда нельзя. Это клинерс. О, это эти. А сюда я тоже могу идти. Это, написано, очищалки доги. Собачки. Он вроде собачка. Мне прям не верится, что мне нужно впасть в той собачке. Либо это так легко было пройти, либо... Я прыгнула туда, но ладно, теперь мы в организме. У нее у меня тут сосудики. А нет у нас мозга уже, да? Я сделана прикольно. Ай. Мне кажется, это делали не люди, а какой-то роблоксер. То есть создатель роблоксера. А, subscribe to Foxtaler. Я не знаю, кто это. Ладно, я тунту, это мы не дошли, сейчас мы быстренько тут тунту. А если карта будет огромная, то по ней будет несколько серий. Я думаю, мы за одну серию не дойдем. А, ну в ту сторону шла, ладно. Картинка на позе. И я не знаю, зачем тут это чего там. А, тут нужно быть какая косточка. А, ну это. Я знаю, как это делать. Ай, а, подождите, там уже жопу спугут. Я опять не в ту сторону пошла. Ладно, я единственная, которая прошла с 12 левела, это меня радует. Так, значит, проверять нужно. Куда надо. Далее, я помню, сюда. Далее. Сюда. Не сюда, не сюда. Нет! А тут уже убивала не по прозрачности, тут уже меня просто сливало. Ай, неправильно, ладно, я запомнила. Сюда. 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 Мордочка типа поля. Вот это мне уже не нравится, я ненавижу вот такие вот эскейпы. Вот с такими вот кубами. Но я их быстро прохожу. Также тут есть такие вот ледики. Это у него, я не знаю даже, что это может быть. Так, идем дальше. Ну, вроде как хорошо, ты в безопасности. Ну, вот что-то... А, ну тебе сами скатят вообще без твоей помощи. То бишь, тут тебе делать просто... Тут все рассчитывать только на наеденный желудок. Вот морковку он ел, либо картошку фри. Хорошая, да? Думаю! Ай, тут ч орешь? Гавкаешь тут меня. Все, я вышла из живота. Ну блин, ну выйти из живота было неинтересно. Кусочком пять нельзя, ладно. Z.
здесь опять не пройдешь. Ага, тут надо уже по косточке, вот по этой игрушке идти. Я не знаю, как эта штука называется. Ну, какая-то, наверное, игрушка. Ну, где-нибудь много оттуда. Еще один план. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я думаю, об машину лучше не спать. Мамочки, ой, спавня в поинте. Кстати, ладно, это вы, кстати. Ой, а тут уже ой. Она меня куда-то поехает. А, это идет прохождение бабу в дедуле. Но в этом серии мы уже не будем говорить дедуле, поэтому ставим лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят. Пока.